Всем привет! Смотрите, сейчас я покажу, как купить страничку. Страничку я покупаю только на этом сайте. Вот он, я вам его скину, этот сайт. И только вот такие странички. Сейчас я покажу, какие. Вот они. 5 штучек, их только тут осталось за 11 рублей. Пол женский. Если их нету, то я покупаю за 9 рублей полмужской. Но мне удобнее из женских работать. Они ничьи, да, то есть они заброшены, видите. И с них удобно работать. Я нажимаю здесь e-mail. Одну штучку давайте сейчас попробуем купить. Выберем киви. Перейти к оплате. Оплатить товар. Киви заведите, потому что в любом случае удобно. Все, я уже зашла в свой киви кошелек и нажимаю просто оплатить, подтвердить. Я покупала много раз, поэтому мне даже смс-ка не приходит. К вам придет смс-ка. И вот сейчас я нажимаю назад. Да, вот никуда я отсюда не перехожу. Я вот только нажимаю назад для того, чтобы... Вот сюда вот, да, нажимаю на стрелочку. И тут проверить оплату. Нажимаю проверить оплату. И тут перейдите по ссылке для получения товара. Если я нажму не назад, я не знаю, откуда потом мне искать, потому что все потеряется. Поэтому если боитесь, что потеряется, вы можете с компьютера, да, возможно, удобнее будет. Тут я перехожу по ссылке для получения товара. Сейчас он продумается. Ну давай, что ты? Обычно быстро, может, от того, что запись идет. Вот видите, скачивание. Скачалась. Я открываю. И вот тут данные. Я их сразу копирую отсюда, чтобы мне не потерять. Копирую. Иду к себе в Telegram, например. Вот. А логин – это номер телефона. Вот до двоеточия. Пароль – это до точки запятой. Соответственно, я копирую логин и иду в свои аккаунты Kate Mobile. Нажимаю учетные записи, добавить учетную запись. И... Пароль, вот он, да? Вот он пароль. От двоеточия до точки запятой. Дальше это уже какой-то токен, но я им не пользуюсь, он мне не нужен. И вхожу. Вот символ меня просит ввести. Периодически включаете, выключаете Wi-Fi. Либо обновляете, ну, либо мобильную связь переключаете, чтобы IP-адрес менялся. SSV. Окей. Все, вот она страничка. Черри-черри. Видите, она пустая. Ничего тут нету, ни фотки, ничего. Вот. Бывает, что страничку нельзя зайти. Такое тоже бывает редко, но бывает. Ну, где-то на 10 страниц, 1-2, может быть, что они не рабочие. Ну, просто не рабочие, не знаю, почему так. Тут я ставлю фотку. Ну, потому что она без фотки совсем. Нажимаю редактировать, сменить фотографию, загрузить с камеры. Ой, у меня тут такие фотки сейчас, конечно, будут. Так. С камеры.
редактировать, сменить фотографию из галереи, вернее. Так, вот эту. И я ее просто... Блин, что за фигня-то? Вот она, да? Я просто ее загружаю. Я иногда свою выкладываю. Вот на такие уж страницы лучше какую-нибудь девочку с компьютером. Окей. Все. Больше я ничего не делаю. И начинаю с нее работать. Ну, потихоньку. Нажимаю на поиск. Новости. Ищу подработку. И кидаю опять сообщений. Например, сюда. Сейчас я найду. Вот, например, простое сообщение. Без ссылок, без всего. Раз. Два. Но текст надо менять. То есть два раза кинули один, например, потом кинули другой. Либо буквы заменили. Все, вот таких вот 5 комментариев отправляю. И в день таких комментариев, например, 5 страниц, 4 раза в день по 5 комментариев. Вот вам 100 комментариев. И у вас обязательно будут регистрации, если хотя бы неделю делать. Странички блокируют, но если хотя бы немножко придерживаться, то блокировать будут нечасто. Вот. Вот, например, у меня сейчас здесь... Но я указываю свою основную страницу еще ВКонтакте. Вот, у меня 4 странички. Все они чьи-то непонятные, да? Но тем не менее. Вот. Так что работайте, пробуйте. Беру только, уже, да, сказала, что покупаю только на этом сайте и только те страницы, которые заброшены. Либо мужские за 9 рублей, либо женские за 11. Если покупать, вот, например, за 8 рублей, то это чьи-то живые страницы. Их, во-первых, сразу заметит, ну, человек, чья это страница, и он сразу зайдет и может пароль поменять. Ну и вообще это как-то, да, не очень. А вот с этих страниц можно спокойно работать, которые заброшены. Бывает, что их нету. Пополнение тут происходит что-то с 10 утра до 12. В 10 утра, если зайдете... Эти странички всегда есть. Вот. Либо вот такую могу еще купить. Уже за 28 рублей. Тоже доступ только у меня. То есть это левая страничка. Не чья-то живая, а левая страничка за 28 рублей. Можно купить страницы вообще новые и на себя оформлять. Но мне почему-то он не дает. Кому дает, можно другие сайты проводить. Онлайн сим, либо смс рек, либо смс активейт, где вы уже с нуля оформляете страницу. Ну, в принципе, все. Если есть вопросы, задавайте. Ой.